2008-2020 годов было ввезено компанией Контур Gold Company 486 килограммов необработанного золота и ювелирных изделий на сумму 1 060 000 долларов США. При этом ввезенные товары не относятся к категориям товаров, подпадающих под использование в основной производственной деятельности компании КГК, что свидетельствует о нецелевом и неэффективном использовании средств и требует выяснений, для каких целей они ввозились. 486 килограммов золота и ювелирных изделий.